что это относительно учителя, вот состояние этого, можете сказать? Все больше и больше отмена себя. Это движение к бине. Да, понимание того, что ничего, что ты раньше считал, что ты делал правильно, это все абсолютно неверно. Но это всегда на разных ступенях, на низшей и высшей. Также это все больше и больше предпочтение учителя в его новом виде, который сейчас только начинает раскрываться ученику. Раньше он этого не понимал и не чувствовал. Он не мог оценить своего учителя. Это естественно. И так вот идет вперед. «Коля пусель, бимом опусель», что называется. То есть каждый отрицающий высшего, он отрицает, потому что он низший. А что ж тогда вот этот бунт тогда по отношению к учителю? Который... Это естественно. Они не могут согласиться с тем, что сейчас им предлагают. Не могут. В таком случае учитель умирает. Он умирает физически в нашем мире. Именно поэтому. Вот. И он умирает духовно. На духовных ступенях для ученика. На духовных мы можем понять. То есть, как только ученик перестает пользоваться учителем, как высшим, как ведущим вперед, то учитель, этот человек для него, умирает. Ну, умирает в смысле, что он перестает быть ведущим. Это в духовном виде. А в физическом виде то же самое. Если ученики не нуждаются больше в учителе, то ему нечего делать в этом мире. То есть учитель существует исключительно для учеников? Конечно. Так как же любая ступень, она существует для нижестоящих. То есть другое понимание жизни не существует? Для Нет. Учителя. А в чем? Себя кормить? Ну, мы же говорим о духовном. Нет. Да. Нет. Не, ну вы тут же это связываете еще с материальным. Я поэтому у нас... И материальным, да, и материальным нет ему смысла в этом мире. Вы даете такую прямую связку очень. Конечно, абсолютно четко. То есть не для чего жить тогда? Абсолютно четко. Дается такое, я не обвиняю в этом учеников относительно учителя, но это обстоятельство, оно несомненно и естественно. Оно идет свыше. Наводка такая, когда им кажется, что они могут еще даже лучше без учителя существовать. То есть нет никакого проку в нем. Они уже получили, что надо, они разобрались уже во всех делах. Теперь они знают, как идти дальше. Он даже в чем-то их тормозит, отвлекает. Это то, что происходит всегда.